Галстук в современном виде был запатентован в 1924 году, и сейчас он является неотъемлемым элементом мужского гардероба. А вот Арсений за всю свою жизнь ни разу не надел галстук. Но сейчас он студент, и выглядеть нужно представительно. Я убираю галстук для университета, чтобы выглядеть в университете красиво и очень приятно. Подобрать галстук Арсению поможет стилист Ксения Милютенкова. При выборе аксессуара нужно обратить внимание на цвет, длину и ширину. Итак, приступаем. Шаг первый. Выбираем галстук по цвету. Арсений, вы определились с цветом галстука? Да, смотрите, мне понравился темно-коричневый цвет галстука. Я думаю, это мой выбор. Вы знаете, Арсений, в этом году актуальны классические цвета галстуков. Серый, синий, черный, красный. Поэтому для официальных мероприятий я бы вам рекомендовала вот такой вот галстук в полоску. А если не для официальных? Для неофициальных мероприятий мы можем выбрать цвет более яркий, например, фиолетовый в крапинку. Кстати, если рубашка с рисунком, то галстук должен быть без узора. И наоборот. Шаг второй. Определяемся с длиной. В классическом варианте аксессуар должен достигать ремня. На неофициальных мероприятиях допускается галстук покороче, примерно по пояс. Шаг третий. Обращаем внимание на ширину галстука. Бывает три вида. Узкий до 6 см в ширину, средний от 7,5 до 9 см и широкий 10 см. Ширина галстука зависит от телосложения мужчины. Для более крупного телосложения подойдет широкий галстук. В нашем случае молодой человек стройного телосложения, ему подойдет узкий галстук или классический галстук. В этом году на вершине моды стоят средние по ширине галстуки. К тому же они универсальны и подходят мужчинам с любым телосложением. Беспроигрышный вариант завязывания – четвертной узел. Широкую часть накладываем на более узкую, оборачиваем один раз, продеваем через верх и в кармашек просовываем. Вуаля, наш образ готов. И согласитесь, все-таки этот элемент гардероба делает мужчин солиднее. Носите галстуки и покоряйте женские сердца.